Так, всем привет, дорогие друзья! Я продолжаю проходить игру Сталкер, Зов Припяти и мод на него, Долина Шорохов. Так, вот я дошел до, значит, до этого вертухана. Тут у нас стоят собак. Сейчас мы с ними разберемся. Нифига, ты что такая резкая собака, псина, твою мать! Вы видели, а? Так спокойно шла. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Давай. Нарубай. Сейчас все нормально будет. Чё? Чё, блядь? Чё такое? Вы чё, на кого лезете-то, ёпт? Экзоскелет, дробаш, все дела, вы чё? Эй, собачка. Ой-ой-ой. Чё, вас много, что ли? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, собачки. Лежать. О, чё? Промазала. Лежать спокойно. Так, калашик заряжаем, выкидываем. Так, и значит у нас есть ключик. Ну-ка, покажи мне ключик, где он у нас? Вот он у нас, да? Ключ от военного ящика. Это здесь? Да. Фух, нифига себе тут у вас припасов. Забираем все. О, нормально так загрузились. Вернуть ноутбук Рокфеллеру. Ты что, у нас было задание, что ли, у него? Ноутбук торговца, доступ закрыт. Необходимо узнать пароль. Угу. Понятно, понятно, понятно. Так, СВД у нас тут. Тоже можно будет продать. Неплохо так. Неплохо. Так, Рокфеллер. Значит, мне нужно будет отдать... Ага. Так, ладно. Дадим ему. Так, ну пока сходим, может, южнее куда-нибудь. Посмотрим, что у нас там. Если что-то найду интересное, обязательно покажу вам. Не прощаюсь. Не прощаюсь с вами. Так, ребятки, продолжаем. На юге я ничего не нашел. Ничего полезного вообще. Побродил, проходил, опять помог этому бомжу заскриптованному. Так. Короче, да. Вот такие дела. И что я хотел сказать? Так. Ну, встретил я там, конечно, пару собак. Ну так, по мелочи. Ничего особенного. Вот. Все, больше ничего интересного там не нашел. Тут у нас стоит задание принести инструменты. Я не буду этого делать, потому что это очень муторное задание. Не знаю, как его даже выполнять. Так, ну вот, я нашел ноутбук в сейфе у военных. 7500. Ага, и все, да? Продолжения, значит, не будет. Ладно, держи тогда. Забирай все. Так, чего еще? Так, забирай. Так, ну продаем. Да. Чувак. Хаюшки! Давай мне лучший костюмчик. Офигеть, 6000 нужно. Чтобы его восстановить. Немало, немало. Так, 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 так. Так, ну вроде все. Вроде как нормально. И что теперь? Что теперь? Я вот даже не знаю, ребят. Что еще нам сделать? Ну, я все уже облазил. Походу только уйти с зоны. Тем самым. Так, ну да, вот сейчас мы узнали о судьбе труса, балбеса и бывалого. Теперь надо рассказать бороде. Бороде. Борода где у нас сидит? Получается, он вне зоны, что ли? Надо будет уйти с зоны, я не знаю. Давайте
тогда поставлен на паузу, а дальше продолжим там ближе к базе. Продолжаем. Так, у нас какая-то вакханалия. Походу опять бандиты напали, да? Сейчас поможем сталкерам. Где, сука? Чё там? А, стволы достали. Значит, где-то валяются, а вон валяются. Ну чё, мужик? Не повезло тебе? Опа. Смотрите, там еще один вертухан. Какой ты кореш, сука? Лежать. Сукин сын. Так, что там у нас? Сталкеру плохо. Где-то сталкер орал, да? Да, вон сталкер валяет. Давайте поможем ему. Поможем чуваку. Чё, херово тебе? Держи аптечку. Спасибо, мужик. Пожалуйста. Должен будешь. Не расслабляемся. Так, чё у нас тут? Вертухан еще один, смотрите-ка. До этого я его здесь не видел. Так, интересно, интересно. Ну-ка, есть что-нибудь тут у него полезное? Да как-то не особо, да, походу? Ладно. Нет, так нет. А вот что там вышка стоит? Мне тоже интересно. Что там за вышка? Можем туда забраться? А, нет. Нельзя, нельзя. Я еще первой серии здесь пытался. В самом начале. Лестница-то сломана. Поэтому никак. Давай водички немножко хряпнем. У нас там радиация убивает немножко. О. Так. Ты что там спалил? Опять пушка валяется. Так, ладно, вот мы и на месте. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Неужели концовка, а? Даже не верится как-то. Потому что других путей я не вижу. Я обошел всю карту. Ничего такого не было. Так, это кто у нас тут? 5 чуваков. Ага, сталкер стоял, смотри-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Давайте-ка посмотрим. Опачки, сталкерня. Лоцман? Какого хера? Ты же проводник. Чё ты здесь забыл? А вы кто? Вадя Овод. Ты кто? Юрик Шип. Шип. Ну чё, давай поговорим с тобой, что ли, лоцман. Привет, чем занимаешься? Да вот, туристов привел. Не желаешь поводить их тут по значным местам? Цена вопроса. Да бабки у них водятся. Что надо делать? Ребята ищут острых ощущений, зверя пострелять, аномальные места посмотреть. Им нужен человек, который знает здешние места. Блин, даже не знаю, стоит ли. Подожди, давай пока откажемся. Похаваем. И сохранимся. И посмотрим, что у нас там. Неужели концовка? Ага. И чё, всё? Это вся игра, что ли, получается? Ага. Сталкер Макс ушел из зоны. Как сложилась его жизнь в дальнейшем, неизвестно. Узнав о судьбе своих товарищей, Борода более не заводил близких друзей среди тех, кто на него работал. А под напором атак наемников Максимилиан ушел на свою основную базу, взорвав единственный мост, соединяющий две части долины. После этого атаки наемников прекратились. Нифига себе. Обосновавшись на новом месте, Радик проводил экскурсии по местным
достопримечательностям вновь прибывших сталкеров. Ага. В долине Шороха все чаще стали появляться группы ученых, исследующих аномальные поля. Их особенно интересовали местные подземные аномалии. Это да, интересно было. На базе новичков по-прежнему все спокойно. Среди вновь прибывших сталкеров история про мутного передается из уст в уста и обретает небылицы. Ух, ну вот и все, ребята. Проходить. О, музычка, музычка. Да, как-то я не захотел его проходить и, в общем-то... Ну что им показывать? Деньги у меня и так уже есть, у меня... Самое такое лучшее оружие уже, так сказать, наработал, да? Скелет тоже. В общем-то, мне деньги уже не нужны были. А показывать долину шорохов им, я думаю. Ну что там будет? Тоже будут монстры, аномалии. В общем, как-то так. Ладно, если бы нам, если бы мне нужны были деньги, еще можно было подумать как-то. Так. Однообразно. Так, ну в общем, как-то так. Это был сталкер Зов Припяти. Мод на него Долина Шорохов. В общем-то, мод такой нехороший. В смысле не... В смысле неплохой. Да, советую вам всем поиграть. Отличное дополнение, отличный мод к оригиналу Зов Припяти. Ну, в общем-то, как-то так. Кому понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Вот такое у нас вышло прохождение. Я, конечно, извиняюсь за просадки FPS в некоторых местах. Это было как-то очень глупо, наверное, с моей стороны. Поэтому прошу прощения у вас, если что-то не так. Да, спасибо за просмотр. Играйте в хорошие игры. И всем пока. Услышимся.